что-нибудь мы с тобой обсудим, что-нибудь обязательно замутим. Макс говорит, что ты сказал? Что-то, короче, задел меня, еще обидел, типа, а, так ты денег на мне хочешь заработать? Зачем такое? Я думаю, капец, да, сейчас ради 15 штук сижу тут, трачу время, говорю, бородач, погнали со мной. Все, в итоге он поехал, он там что-то там вообще, ну, через 10 или 15-20 преград пробежал, на другом самолете вообще полетел. В итоге 5 дней мы все с ним не могли никак поговорить, потому что Новый год, потому что мы там вот так себя вели. В последний день на пляже только мы с ним пообщались и родили охренительный проект. Как думаете, как он называется? Взлом матрицы. Просто охренительный проект. Да, Юрий? Охренительный проект, правда. Потом я говорю, Макс, у нас премиум программа, это уже после того, как взлом матрицы закончился. У нас премиум программа, нужно ехать, нужно делать вот это, вот это, вот это. Там мы что-нибудь с тобой поговорим, что-то родим еще. Все, родили. Сейчас у нас цель на двоих с Максом сделать 70 миллионов на проекте. 70 миллионов на проекте. Хрен знает, сделаем или нет, да, Макс? Ну что, ну попробуем. Сделаем. Вот вам лайфхак в бизнесе. Если вы хотите заработать миллион. По бизнесу FM такая прикольная шутка, юмор. В общем, когда парень напивается, у него телефон есть, ну, как адресная книга, он типа шутка в тему. Все так на меня смотрят, что-то гениального ждут. Ну. И, короче, когда он напивается, начинает звонить своим бывшим, правильно? А так как адресная строка сверху, ну, то есть он пролистывает по фамилиям же, правильно? Или по именам. Ну, то есть, например, там, первый, кого он найдет, там, бывшая, это там какая-нибудь, там, не знаю, Алина Абрамова. И все ей звонят, короче, все бывшие Алине Абрамовой звонят, когда напиваются. И кому больше всего не везет? Какой-нибудь там Юле Юсуповой. Юля Юсупова такая сидит, значит, на балконе, грустная. Никто ей не звонит, даже когда пьяный. Вот, вся шутка, короче.